Сегодня у нас 7 июля 2017 года. Это у нас сегодня пятница. Пришли на костер. Ну, даже батюшка пришел к нам. Так призови его, что. Пока ветки-то не таскают, да, он может спокойно. Давай, сейчас еще ураган. Ой, сейчас драка будет, я попробую. Да ну, он рычать будет, ладно. Какая драка? Да, я его тоже хочу обнять. Я делал в сборном лагере, у нас так ребенок лежит, собака, ребенок, собака, ребенок, собака. Я такая прям длинная. Длинная это. Эй, ты что дерешься, а? Собак мало, это смотри. Слушай, Сережа, это что за порода? Прикалывай. На львов. На львов? Все, братья идут. Агнию это не видно, она спряталась за верной. Да, я не видно, ну-ка сюда. Я вот тут ягодка застряла. Теперь я между этими двумя сфоткаюсь. Можно между этими двумя сфоткаюсь? Смотри, телефон. Верно. О, узнали его. Один день был в гостях, уже узнали его. Я говорю, ура, ура, ура. Я уже 100 раз падал. Это по нему видно. Где палка? Вот это такая... Смотрите, я могу его отвлечь. Я могу его отвлечь. Это маленький дракошек. Это что такая прическа у него такая? Дракошек. Собачки мощные. Да, мощные собачки. Очень мощные. Сейчас была проведена фотосессия. Может, с ног будет верный. А, это верно, точно. А, урагана нет. А ураган? Там где-то. Ураган наказан, он всегда что-то вытворяет. Ну что, брат, по времени? Минут 10-15. Да? А, ты позже заложил? А батюшка где? А, вон он. Коля, ты что делаешь? Сиди. Ой, Коля. Стоять. Хорошо. Сидеть. Хорошо. Стоять. Хорошо. Сидеть. Кого мне тут озвучить? Стоять. Верно. Это вам. И еще одному дяде Володе. Можно одну штучку? Деть. Возьми. Можно? Бери. Спасибо, Христос. Где ты все? Вон там. Пошли. Стоять. Сидеть. Стоять. Кто хочет попробовать? Я.
Верни. Лежать. Сидеть. Сидеть. Коля, хватит. Сидеть. Сидеть. Чего они не слушают? Сидеть. Сидеть. Стоять. Так, хватит, хватит. Стоять. Выкинь из рук все. Верни. Верни. Стоять. Хорошо. Сидеть. Кто следующий? Не, я пас. Я пас. Можно я? Можно я? Говори, сидеть. Сидеть. И сразу дерни. Сидеть, да. И хватит. Хорошо. Теперь говори, стоять на себя дерни. Сидеть, подожди. Хорошо, погладь. Хорошо. Нет. Хорошо. Ну, моими руками управлять. Я тоже хочу. Давай, бери, бери поводок. И сидеть. Вам. Сидеть. Сидеть мне. Да, гость ваша. Сидеть. Спаси Христос. Лещик вот он бить хочет. Раз. Он лег. Давай. Лежать. Они что, кусаются? Лежать. Говори. Лежать. Вот жестом. Лежать. Погладь. Хорошо. Ой, этот лег. Встать. А можно его погладить? Встать. Сидеть. Сережа. Встать. Знаете этот трюк, где они через друг друга пройдут? Идут и через друг друга пройдут. Меня нельзя. Пусть лежат. Сидеть! Ураганы можешь давать? А он из-за того, что здесь не слушается. Лежать! 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 Пусть лежит! Ему хорошо! Развалился! Что, кто еще хочет попробовать подрессировать? Четвертый! Можно? Можно. Смотри. Команда, действие, похвала. Это формула. Показываю. Смотри, команда. Сидеть, потом действие, потом похвала. Потом лежать, уже действия не надо, похвала. Сидеть, действие, похвала. Лежать, если не ложится, то вот такой рот. Ага. А ему не больно? Нет. Было бы больно, он бы лежал бы. Давай, говори вот так, теперь жестом. Сидеть. Сидеть. Дергай. Похвала. Хорошо. Лежать. О, и получается. Давай. Леша, шесть. Сади. Сидеть. 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 Ну не мешай. Сидеть. Тогда он дала команду и быстро добилась. Теперь давай посмотрим. Стоять. 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 Нет, стоять тогда вот сюда вот. Залился. Стоять. Хорошо. Сидеть. Хорошо. Стоять. Хорошо. Сидеть. Стоять. Хорошо. Сидеть. Замучили. Хорошо. Стоять. Хорошо. Дайте пойти. Сидеть. Команда действия попала. То есть команду из действия делает. Лежать. Хорошо. Ой. Сидеть. А этого нельзя. Сидеть. Хорошо. Верный фа!
здесь за прическу? Можно я тоже? Давай. Чего у него здесь за прическу? Будем писать. За прическа такая. Это иракинская. Вот. Сзади не подходите. Вот или впереди он там, стойте, вон туда. Сзади собаки подходите, она подрежет. Вот там включает. Иди. Ты чего ей под жопу? Фу. Стоять. Стоять на месте. Хватит. Сидеть. Он сам взял, подошел к нему. Сидеть. Хорошо. А это кусается? Они кусаются вообще? Хороший. С кем ты застанешь? Стоять. С кем ты застанешь? Вот что я говорю. Хорошо. Нарушает. Сидеть. Сидеть. Илья, не переводи проволоку. Хватит тебе. Лежать. У тебя вслед за словом должны действия быть направлены на то, чтобы собака выполнялась. Прежде чем, если ты хочешь, наверное, посадить, как вот сидеть. Раз, так. Стоять. Раз, так. Лежать. Раз, сидеть. Стоять. Лежать. Сидеть. Стоять. Сидеть. Хорошо. Лежать. Хорошо. Сидеть. Хорошо. Стоять. И он уже начинает работать без твоих действий. То есть у него рубаса рефлекс, команда, действие, похвала. Сидеть. А вот это я действие делаю, потом приходит какое-то время. Он уже... Лежать. Видишь, ему уже не надо дергать. Сидеть. Он уже сам. То есть он искушает, что будет действие дрессировщика. Предвидит. И это называется метод избегания. То есть лежать, он избегает этого удара, ложится. Избежал, я ему хвалю. Сидеть. Видишь, он раз соскакивает, потому что рывок снизу. Хорошо. Теперь стоять. Как это и он встает. Хорошо. Уже действия не нужны, понимаешь? А тут? Сидеть. Это верно. Хорошо. Стоять. Есть такие. То есть тут надо чувствовать, как его поставить, а на самом деле. Садись. Сидеть. Не, а куда ты? Сидеть, ты что? Газ и тормоз перепутал. Все, теперь лежать и вниз. Лежать. Нет. Гладь. Хорошо. Сидеть и вверх. Сидеть. Хорошо. Стоять. Сидеть. Вася, какие цветы красивые. Лёпонька большой. Я буду розочку. Нет, надо вот так. Надо вот так. Сидеть. Сидеть вот такой же. Такое стоять, сидеть вот такое. Сидеть, не понимает. Не надо сидеть. Лежать. Дёргай. Команды не повторяй. Одна команда, одно действие, одна попала. Всё по одному. Стоять. Ему кто-то не нравится. О, давай. Она чувствует адреналин. Зачем? Не, я стояла здесь, она ко мне подрала. Не адреналин, а дым. Опа, деревенские. Он же это, зимой его надо в комнате держать только надо. Такой нам не пойдет. Верный фу. А там кто лающий это? Ураган. Сергей. Где ураган? Там ураган вкусный. Да. Он привязан, да? Да, привязан. А, я пошел тоже за лай. Вот мол этот убежал, я вернулся назад. Ягоды? Там, видишь, березы? Ягоды? Давай, Коля, угощаешь. Ягоды? Ой, ты как, откуда их берешь? Ты берешь, как? Да. Обнять его хочу! А вот это, да, Сережик? Можно к урагану полететь? Ягоды? Ураган на привязи, не надо, он на привязи, он вот рано может. Ягоды? О, уже достаю картошку, оказывается. Пропустил важный момент. Вот это
Лучше, чем сырая. У тебя должно быть везде камера установлена. Там, там, там. Ну и что, брат, испеклась она, нет? Испеклась. Даже перепеклась. Ой, перепеклась, да. Такой смак. О. Да. Ты уже профессионал становишься. Ты до камеру поставишь, делаешь, и в нее положишь ложечку сметаны. Да, да. Ну это через три дня. Через три дня будем ложечку сметаны ложить. Да, звук. Он даже Игнатьевна едет. Ошибешься через три. Почему? Только в четверг будет. А, в четверг? А, там среда будет? Да. А, ну, через четыре, значит. Это чертополох называется. Чертополох такой? Да, она в детстве мать ему лечила от испуга. А оно успокаивающее. Ну, наверное. А любите. Это патрики, как она, патрики? Это что я не знаю. Это просто для красоты. Добрый вечер. Добрый вечер. Не видно. Когда уезжал хозяин, он со мной оставался. Ураган там. Возле березки привязан. Возле березы. А нет, причины не говорят. Недостаточно, может быть, там финансово обеспечены. Заболевание, он заболеет, кто за него-то будет? У нас мы родственник приезжал. Коля, ты что посмотришь? И чё, да все вот эти Сашки, никто не босиком. У вас собака-то есть? Я Лена. Я маленькая. Она уже. А так она дома живет, да? Да, с головой вот такая.